Из-за перекрытого проспекта Ленина ежедневно в пробках вынуждены стоять автомобилисты по пути объезда по набережной магистрали. Иногда очередь из машин достигает нескольких километров, нарекают водители. По их мнению, усложняет ситуацию светофор возле завода ЗАЗ, который значительно замедляет движение трафика, при том, что необходимости в его постоянной работе в час пик они не видят.